О, сейчас будет жесткий бой. Я думаю. Что? В порт? Бред. Игорь, подуспокойся в чате. Не спамь. Чувак. О, другое дело. Боже мой. Рамзик, здорово, спасибо. Братишка. Здорово, здорово. Ну что там, без нерфа выкатили? И какая, да, без нерфа. У тебя? Не видно. Какая кто? Я с этими, блин, натурами нифига не. Боже, мне еще пробитие дали. Сейчас, секунду. Когда бы я дал? Да, и какая оборудка, тебя не видно? Оборудка у меня досел, вентиль и экспериментальная закалка. Вот. Выкатили без нерфа, да. Так что все норм. Танчик рабочий. 662 альфа. Вот это я понимаю. Это зашибись. Кстати, мы вот здесь вот зажались очень сильно. Если я сейчас вот эту позицию срочно не займу, вот эту вот, то мы проиграем бой. Это факт неоспоримый. Так, давайте кого? Наверное, Йоха сначала. Ликвидируем. Светились все, бабаха меня не видит. Она в рельефе. Ну все, мы сейчас спокойно их убьем. То есть у них сейчас все было очень хорошо, пока я не переехал вот в эту позицию. Блин, там еще К-91. Кто вообще нагло играет? Кто-то заехал фиг знает куда. Хорошо. Тут 80. И вот до сих пор зажаты ведь наши максимально. Что, 500 есть? Слот. Кайф. Сто семьдесят шесть. Как же приятно играть от альфы все же, реально. Ну. Просто гипер хорошо. Так, Паттон, помоги, пожалуйста, тут меня теперь подпушивают. Чувак просек фишку мою. Решил меня подзаконтрить. Блин, опасно.
140 уже. Хорош. Добить, парни. Хорошо. Пошел нафиг картовод. И нам опять надо разжиматься. Вопрос, где К-91? Блин. Пипец, он еще и прямое дал, уродец. Блин, Йоху убили. Еще просто не успею переехать, банально. Из-за арты. Дерево упало. Но я тоже хочу туда упасть, если честно. Сзади бабаха. Нереально под цинками играть. Не, под цинками нереально играть. Вообще. Ну, 9000 урона дали. Но под цинками не сыграть. Увы. Но 9000. Так бы десятку успел бы. Гораздо раньше уехал бы, принял бабаху спокойно над, по таймингам. Короче. Я сынки все запороли. 5000 урона дали сынки. Ясно. Чоп средухи. Ну, 5900. Вот это я понимаю. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Спасибо вам. Вялый, зато длинный, спасибо. Мужик, спасибо, что напомнил про эту галочку. 100 лет в КС не играл. Забыл уже про этот параметр указателя мыши. Угу. Окей. Отлично. Спасибо анониму. Йоха, базик направо, поехали. Что-то как-то подозрительно тихо в направлении, на которое я приехал. А нарушено у нас 5 танков на мост приехало. Это вообще что? Ну вот тут падать ни в коем случае нельзя, конечно. Моста. Вот он. Да на, мужик. Я тут не один. Это прям больно сейчас будет тебе. Ну конечно, я прям чувствовал, что я не пробью его. Это фриз какой-то. Странный очень. Что вот. Неплохо, неплохо, нормально. Или лучше не рисковать. Все, короче, нашел горку. И от этой горки он не отстанет.
Я говорю, он нашел себе топ-горочку. Еще один ртовод. Нужна поддержка. Опасно. Давай, я помогу тебе. Давай назад, 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 назад. Вот это ошибка была. Ой, успел. Да боже мой! Единственный вопрос, почему у нас... А, ну хотя... Вазик вообще играть не хочет у нас. Чел, ну пожалуйста, ну разменивай ты свое хп, хоть что-то делай, пожалуйста. Вот, вот, зашибись, сделаешь сейчас. Я не пробил танк, я потерял хп. Он выжил, но еще будет нам мешать из-за этого. Конечно, зашибись результат. Чинимся. Правда, базик сзади приедет, вот в чем проблема-то. А вот и 705-й сзади. Еще концепт. Ну и что мне делать? Ну и что? Ну и что? Он просто вот так вот будет кататься. Давайте дождемся до конца этого боя и будем заканчивать танку. А, ну вот все. Да. Ну, сегодня мы поиграли хороший средний урон. Очень даже. Средуха 5700. Ну, нормально. Нормально. Вполне нормально.